Михаил Шолохов. Отрывок рассказа «Нахаленок». Протер Мишка глаза и видит. Дверь открылась, хлопнула. Дед горницу бежит, подпрыгивает. Очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел. На Пасху, когда приходил он, дед также суетился. Да следом за дедом прет горницу чужой большущий солдат. В черной шинели и в шапке с лентами. Но без козырька. А мамка на шее у него висит, воет. Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи. Да как, гаркнет? А где мое потомство? Мишка струхнул, под одеяло забрался. Минюшка, сыночек, что же ты спишь? Батянька твой со службы пришел, кричит мамка. Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сгробастил его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди. И ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза, усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырваться, да не тут-то было. Вон у меня какой большевик вырос, скоро батьку перерастет. Го-го-го, кричит батянька, и знай себе пестает Мишку, то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает. Терпел-терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился. «Пусти, батянька, ан вон не пущу, пусти, я уже большой, а ты меня как детеныша нянчишь!» Посадил отец Мишку к себе на колено и спрашивает, улыбаясь, «Сколько ж тебе лет, пистолет? 8 идет!» Поглядывая из-под лобья, буркнул Мишка. «А помнишь, сынушка, как позапрошлом годе я тебе пароходы делал. Помнишь, как мы в пруду их пущали?» «Помню!» — крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею. Тут и вовсе пошло развеселье. Посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как сбрыкнет, как заржет по лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать его за рукав тянет, орет. «Иди на двор, играйся, иди, — говорят тебе, — варнак этакий!» И отца просит, «Пусти его, Фома Акимыч, пусти, пожалуйста, не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. 2 года не видались, а ты с ним займаешься». Садил Мишку отец на пол и говорит, «Беги с ребятами, играйся, а после придешь, я тебе гостинцев дам». Притворил Мишка за собой дверь, сначала подумал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил, никто еще из ребят не знает, что пришел батянька. И через двор, по огороду, топча картофельные лунки, выхнул прудом. Выкупался Мишка в вонючей застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чекиляя на одной ноге, натянул штанишки.